Анекдот, а вот Comedy Club. Как-то вечером разговор на кухне в семье Януковичей. Янукович старший и Янукович младший. Сынок. Ну, папа, ну. Что, папа? Что, папа? Ну, папа, я, ну. Зачем ты полез в эту политику? Ну, папа, ну, я. Ну, что, папа? Ну, папа. Ну, я же говорил тебе, политика это грязь. Ну, папа, что, я. Что, папа, я в твои годы. Ну, папа. Ну, да, лучше в политику, да. Гаишники разных стран. И первое, это, ну я объясню, да, украинские гаишники, они настолько профессиональные, что они работают по всему миру, везде. Итак, представьте себе, украинский гаишник в Эстонии. Значит, сержант патрульной эстонской службы, вы превысили, с вас полагается штраф. Какой штраф? 100 рублей. А, не понимай. Не понимай, да? Не понимай. Угу. 100 рублей. Не понимай, я... 100 евро с вас. А, 100 рублей. Я 100... Нет, 100 евро. Не понимай, не понимай. Показываем дальше. Украинский гаишник в Молдавии. Сержант молдавской патрульной службы, вы превысили, с вас полагается что? Что? Ремонт. Ну, я же вам делал ремонт уже дома, ну что ну, вы хотите? Ну я знаю. Я вам плитку, да, положил, ну, да? Ну положил плитку. Держится плитка? Держится, хорошо. Ну паркет, все. Паркет. Ну что еще вы хотите? Ну у меня крыша течет, понимаете? Ну я не умею крышу, ну это ну. Надо, вот я же вам говорил, Коля, Коля. Какой Коля? Ну такой с усами, Коля такой. На зеленой шестерке едет? Да, часто здесь едет, часто. Опа, я его вижу, все, вот он едет, проваливаю, Коля! Следующий украинский гаишник в центре Киева. Сержант патрульной службы, вы стали под знаком «Остановка запрещена». Ну чего вы цепляетесь ко мне постоянно? Ну что значит я цепляюсь? Вы постоянно ко мне цепляетесь, вы вечно. Стали прямо под знаком «Остановка». Да что за придирки вечные? Какие придирки? Я час за вами наблюдаю, вы тут стоите. Я в пробке стою, что? В пробке, вон все стоят. А меня не волнует, я вызываю эвакуатор. Вызывай, пускай приезжают. Давай. Как... Гаишник останавливает группу СМС. Девочки, ну вам же за 20 лет уже, слезьте с детского аттракциона, ну что это такое? Украинский гаишник в Китае. Сержант... Так, у меня все нормально, вот документы, возьмите, пожалуйста, вот техпаспорт, все хорошо, техосмотр есть, все, машина в полном порядке, я езжу по правилам, у меня все нормально, я не пью, вот по главной дороге никого не обгонял, скорость не нарушал, что вам не нравится, у тебя все нормально у меня. Почему пристегнут? В смысле? Вас и так дофига. Говорю, почему пристегнут? Что такое? Украинский гаишник в Голландии. Сержант голландской патрульной службы. Документы ваши. Вот, возьмите. Что-то не так? Да нет, все нормально. Обычная проверка документов. Пожалуйста. Аптечка есть? Да, есть. СТО проходили? Да, все нормально? Да. Ну все, счастливого пути. Как украинский гаишник останавливает Руслану? Эй, я, эй! Эй, я, эй! Эй, я, эй! 15 км/ч. Эй, я, эй! Эй, я... Руслан, ну вы-то куда на этот аттракцион? Аплодисменты, это Андрей Молочный. Как украинский гаишник останавливает олигархов? Сержант патрульной службы Петренко, вы превысили все мои ожидания. Счастья, здоровья вам, ни гвоздя, ни жезла, стих.
Пусть вам дорогу освещает радость. Пусть не погаснут габаритные огни. Аптечка, чтобы вам не пригодилась. И чтоб в салоне пахло хорошо. Ну и напоследок песня. Музыка Шаинского. Слова мои. А дорога серою лентой вьется, залито стекло боковое стекло, дождем боковое стекло.